Фестиваль абрикосов – это хорошая возможность для фермеров со всего Дагестана заявить о своей продукции, а для махачкалинцев – приобрести экологически чистые и вкусные фрукты. Очень хорошая ярмарка, насыщенная, для людей удобно. Я только пришел, увидел, хороший, взял. Ну, еще раз поставлю, еще будем брать. Наш прекрасный, все вкусное, богатый край. Мы сами местные, знаем цены на рынках, мы ходим, любуемся производителями. Соки, курага, помимо различных сортов фрукта, на ярмарке была представлена и продукция, изготавливаемая из абрикоса. Кроме того, можно было приобрести и другие горские деликатесы – урбеч, орехи, сушеное мясо и другое. У меня мельница своя для урбеча и для муки. Я сама готовлю и готовлю с любовью. Побольше бы таких мероприятий, чтобы мы радовались и могли продавать свою продукцию. Это домашняя продукция, я сам дома готовлю, да. Я занимаюсь молодым мясом. Практически все участники фестиваля с трепетом рассказывают о своей продукции. Дело свое они любят. Говорят, сегодня есть трудности не с выращиванием и переработкой, а с хранением и реализацией. Спасибо. Главное, что покупали, да? Останется все хорошо. Реализовать места нету, реализовать. Вот это плохо. Чаяние фермеров во время обхода ярмарки услышал и Сергей Меликов. Глава республики заверил, что эту проблему власть будет поэтапно решать. Было отмечено, что будут создаваться правильные условия для развития данной отрасли сельского хозяйства. Реализовывать ее на самом деле тяжело. У людей есть очень серьезные проблемы. Причем эти проблемы я слышал раньше, и вот сегодня они были обозначены. В первую очередь нужно решать вопрос по реализации продукции с сетевыми организациями. Кроме того, Сергей Меликов предложил приобрести для районов автотехнику, чтобы транспортировать товары. Минсельхозпроду Дагестана порекомендовали закупить палатки и кассовые аппараты для организации фестивалей. Лариана Шимхалаева, Патимат Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.